С 21 июля сотрудники госавтоинспекции начнут эвакуировать машины, оставленные под знаками «Остановка запрещена». В настоящее время с городской мэрией согласованы все необходимые документы. Транспортные средства нарушителей окажутся на платной штрафстоянке. Владельцу придется позвонить в дежурную часть ГИБДД, чтобы узнать, где находится его автомобиль. В случае, если он действительно на штрафстоянке, а об этом будет известно сразу после того, как машина будет эвакуирована, инспектор сообщит, он должен приехать в ГАИ для получения разрешения на то, чтобы забрать со штрафной стоянки свой автомобиль. При этом на него будет составлен административный материал. Штраф составляет фиксированная сумма 1500 рублей. После этого он приедет на штрафную стоянку, где он оплатит услуги эвакуации. Это порядка 2500 рублей. И время, сколько он простоял на парковке на этой, то есть это примерно 40 рублей в час.